Привет, ребят. Короткое видео по переделке микроскопа под темнопольный простого, простейшего микроскопа Ветслар 200. И ну, вот так он круто показывает. Это без масла работает. Микроскоп не требует масла. Объективы сотый, в том числе переделал я что? Заменил свет. Вот, сейчас покажу. Вот такой свет. И, в принципе, этого вполне достаточно. Я установил цветное поле сюда. Ну и это работает круто. Вот такая переделка.